Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Я приглашаю вас на теплоходную прогулку по Москва-реке длительностью примерно 7 часов, в ходе которой вы сможете, во-первых, отдохнуть от россияне. Здесь будут только нормальные, правильные люди. Приглашаются, естественно, любители экстремизма и соратники ОДРеструкт. В ходе прогулки, во-первых, вы сможете насладиться красивейшими видами ночной Москвы. Во-вторых, вы сможете послушать выступление группы «Русский стяг». Вы сможете послушать мой рассказ о том, что такое социал-тутовизм, зачем надо ловить педофилов и для чего нужно вступать в движение «Реструкт». Также вы сможете познакомиться с своими соратниками, организовать выезд за МКАД куда-то, не знаю, в лес на 300-400 человек. Это очень проблематично. Во-первых, это транспорт. Во-вторых, это борцы с экстремизмом, которые непременно там окажутся. Здесь все нормально. Сели, поплыли. В центре Москвы от метро вас заберут. И к открытию метро вы приплывете назад. Пообщаетесь с интересными людьми, получите целую кучу новых знакомств. Может быть, поделитесь своими проектами. Это, я думаю, будет очень интересная и приятная прогулка. Так что ждем вас. До новых встреч.